До 16 июля во всех муниципальных образованиях должны были завершиться исследования жилищного фонда с передачей результатов Министерства энергетики. Сейчас по области проходят подобные совещания, на которых подводятся итоги работы, обсуждаются финансовые возможности муниципальных образований. На совещании в Солнечногорске обсудили технические моменты установки приборов учета. Поскольку процедура эта не дешевая, обсуждались нюансы использования лизинга и кредита. Также собравшиеся обменялись опытом работы в данном направлении. Представители областного правительства подчеркнули, что вопросы, связанные с установкой счетчиков, требуют большой работы местных властей с управляющими компаниями, ресурсоподающими организациями и населением, и потребовали активизировать эту работу.